Приятная новость для любителей пушистых и хвостатых. Сегодня в Барнауле открылось первое кафе, завсегдатые которого кошки. Пока на территории учреждения 7 хвостатых постояльцев. С ними могут свободно играть посетители и даже забрать себе домой. Найти хозяев для животных, кстати, главная цель владельцев нового кафе. Все питомцы проживают в приюте для животных. Когда вы заходите в какое-то кафе, вы можете потом приехать в приют «Ласка», мы с ним сотрудничаем, и забрать котика. Отметим, что подобные кафе не редкость для Москвы, Петербурга или Новосибирска. Оплата в таких учреждениях зависит не только от стоимости перекуса, но и времени пребывания в кафе, где также можно смотреть кино, играть в приставки и настольные игры.